перед началом нового видеоролика я хочу разыграть вот такого Huge Green Balloon кота. Если вы набираете 1000 лайков под этим видеороликом, то я, в принципе, вам его разыграю. Ну, а вы, ребята, ставьте 1000 лайков, ну, а мы теперь переходим. Хочешь много робоксов на аккаунт? Тогда тебе на RBX Cam. Здесь ты сможешь купить всего лишь за 100 рублей 315 робоксов. Это очень приятный курс. Также у них есть своя дискорд-группа, где регулярно проводятся конкурсы на очень-очень много робоксов. Ну а если у тебя еще есть остались вопросики, тогда тебе на их группу. Все ссылочки на RBX Camp в закрепленном. Ребята, всем привет, и мы на канале Дабон. И сегодня мы будем проверять мифы в Pet Simulator X. Это у нас, в принципе, новое обновление, где у нас добавились новые мифы. А то есть мы будем их сегодня проверять с новой локацией, ребята. Смотрите, давайте, в принципе, перед началом нового видеоролика должен подписаться на мой канал. Поставить лайк, так, стоп, какой трипл дамаг? Мне нужно, в принципе, проверять мифы. Это верно. Мальчики, в принципе, ребята, сегодня я вам расскажу про мифы, которые у нас добавились в Pet Simulator. Ну, точнее, возможно, кстати, это не мифы. Это связано с новой локацией. Вот с этой вот, ребята, вот с этой локацией, в принципе. Давайте сейчас зайдем в нее. Как попасть, в принципе, в нее, я вам расскажу в видеоролике, о чем уже рассказал. Вот, если что, у вас тут, в принципе... справа в верхнем углу, в принципе, выскочит такая подсказочка. Посмотрите обязательно. Смотрите, ребята, давайте, в принципе, будем проверять мифы. Первым делом мы идем, короче, в шоп и смотрим, что у нас там вообще изменилось. Так, смотрим, у нас тут, короче, ничего не изменилось. А в этом как его? Просто там что-то пресно сегодня ночью делал, ребята. Это, в принципе, очень-очень странно. Они, короче, что-то снова добавляют в Pet Simulator X. То есть у нас будет новое в субботу еще раз. Это будет очень-очень хорошо даже, потому что если добавить новых питомцев, это будет еще намного лучше. Смотрите, первый миф заключается в том, что у нас можно попасть в... Ну, короче, попасть можно за карту и посмотреть, как сделали, в принципе, эту новую локацию. Давайте, ребята, первым делом мы, короче, летим в Cat Paradise. Так, давай. Быстрее загружайся. И все, ребят, смотрите, летим почти в конец карты. И там можно попасть, говорят, в конец локации. Точнее, ребята, смотрите, летим сюда. И мы, короче, ховербордом пытаемся залезть вон туда. Опа, давайте, ребят, попытаемся залезть. Так, смотрите, стоп. Так, вот так вот. И вот так, так, стоп. И, как говорят, тут можно, короче, залезть как-то. Во! Чего? Я реально сюда попал. Ребят, посмотрите. Посмотрите, ребята, это реально, этот миф, ребята, это, короче, не миф, ребята, это реально все рабочее, это, короче, не миф, это все, в принципе, все рабочее, все правда, ребята, это правда, это не миф, это реально можно попасть в, короче, за локацию, смотрите, ребят, я реально сюда попал, просто посмотрите, как это просто сделал эту локацию, ой-ой-ой, глупенькие ребятки. Просто, ребята, посмотрите, можно... А, тут да, дальше уже нельзя, потому что там локация вот эта вот. Ребята, просто посмотрите, реально сюда можно, короче, попасть. Смотрите, ребята, давайте... А, кстати, что это за дверь? Давайте, в принципе, сейчас к ней вот так упадем. Чтобы я не упал вон туда. Вот давайте, короче, на ховербордике, чтобы медленно вот так вот полетим. Так. И что? Буква Е, ребята, давайте, короче, нажимаем. И где... Я, короче, попал в Cat Paradise снова. Вот такой, короче, ребята, у нас проверка мифа номер один, ребята. Если что, это не миф, вы также можете это попробовать. Еще раз, ребята, вам показываю. Ховерборд юзайте. Так, смотрите, как. В прыжке лучше юзайте. Оп, так, стоп, давайте сейчас еще бусик долбанем. Так, вот давайте так сделаем. Оп. Смотрите, ребята, так попали сюда. Вот так вот. Оп, блин, ёкарный бабай. Так. Вот так вот, короче, смотрите. И, так, стоп. Вот так вот, смотрите. Опа. Итак, юзайте ховерборд, и все, ребята. Вы попадете в эту локацию. Смотрите. Теперь мы должны снова полететь в эту локацию, ребята. И в этой локации говорят, что можно. Смотрите. Там, короче, есть сколько? 6 или 8 котов вот таких вот золотых. И то есть мы там можно найти секреточку, который там просто можно на него нажать. И вот, они даже больше. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 золотых котов, ребята. Смотрите, давайте, короче, проверим. Сейчас побежим по этой стороне. А, нет, давайте сейчас побежим по этой стороне. Может, тут, кстати, будет какая-то секреточка. Так, смотрим. Так, тут буквы Е нету. Нельзя на него нажать. Тоже нельзя нажать на него. Тут тоже нельзя. Тут тоже нельзя. Блин, давайте... Ёкарный бабай, снова тоже нельзя. А сейчас теперь вот это. Так, смотрим. Это ёкарный бабай. Тут нельзя, тоже нельзя.
тоже нельзя? Ну, пожалуйста. Блин, тут тоже нельзя, ребята, это оказывается миф. И тут никакой секретки нету. Смотрите, теперь еще кое-какой миф заключается. Это тоже в этой локации. Смотрите, ребята, можно, короче, открыть 8 раз вот это яйцо, подбежать к вот этому котенку, и там можно будет нажать Е, в принципе, и получить вот такого котика. Смотрите, нажимаем 8 штук, вот так смотрим, нажимаем Е. Так, стоп. Почему-то у меня Е... Да ё-моё, ребята, это очередной фейк. Снова миф, и его, короче, получить нельзя. Эх, я тебе верил. Я думал, это будет не миф, и получил вот такого наикрутейшего котенка с вот такой штучкой. Мне, в принципе, котик очень-очень понравился. А вот, ребята, еще, короче, какую одну фичу покажу, короче. Ну, как типа фичу? Такой, типа, баг. Можно, короче, забраться сюда и вот так вот, и так стоять. Вот так, короче, я нашел. Ну, и, в принципе, ребята, в этом видеоролике я вам показал 3 мифа. 1 рабочий, 2 нерабочий. Ну и, в принципе, ребята, если вы хотите вторую часть, набираем, короче, сколько, 500 лайков, я вам сделаю вторую часть. Ну, если понравился видеоролик, ставьте лайк, подписочка и колокольчик. А мы теперь прощаемся, всем пока-пока.